Нарвавшись ножом на трех российских туристов, житель Стамбула задержан. Об этом сообщили турецкие полицейские. Задержанным оказался сборщик мусора Хасан Хюсейн. По предварительным данным, он неоднократно судим и психически нездоров. Раненые россияне находятся в больнице. Это две женщины и мужчина. Конфликт якобы произошел из-за того, что злоумышленник требовал у россиян деньги. А после отказа он несколько раз ударил туристов ножом и попытался скрыться. Завтра с утра смотрит его дело.